Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, давай посмотрим, что нам принес Беззубик. Почему-то я даже не сомневался, что это будет именно тусклый янтарь. Так, отправляем его на сражение. Бесплатно. Так, здесь у нас еще сундук готов. 15 рун, спасибо. Так, получил уровень. Давай за дровишками. За дровишками. Так, этот мне принес железо. Так, мы можем его еще отправить, да? Конечно, можем. Здесь все заберем. Так, а эти у меня получили уровни. Сарделька, 83 уровень. Может, покормить ее, а? Покормить и дать ей 84 уровень, или как? Или отправить в путешествие? Расскажите остальным бесплатно. Роза ветров тоже бесплатно. Так, ладно, мы с этим определимся чуть-чуть попозже. Ты что сидишь тут? Быстро с древесиной. Так, торгаш. Вот это мы с тобой заберем. И пока все. Давай смотреть, что у нас у остальных. Так, рыбы у нас слишком много, поэтому даже никто, как говорится, не хочет там ее отдавать. Значит, нам придется с тобой кого-то прокачивать. Ну-ка. 58 уровень. Покормить. Давай покормим. И отправим на прокачку. Здесь тоже заберем древесину. Так, буйволорд. Может быть, тебя тоже прокачать? 87 уровень у тебя. Обучить. Ага, не хватает дерева, чтобы его обучить. Так, надо будет это учесть. А здесь у нас что? Новая способность. Ну-ка. 450 для того, чтобы получить всего лишь одно железо. Но это, мне кажется, слишком накладно. Давай-ка мы его пойдем обучим. Пускай он летит. Так, здесь у нас 81 уровень. Премиум, да? Твою налево, ну и ценники, а ты посмотри. Так, лесопилки все уже забиты у нас. Так, а здесь, чтобы поднять уровень, нужно уже 100, даже не уровень, а чтобы начать прокачивать 110 миллионов рыбы нужно, прикинь. Это, конечно, жестко. Это очень жестко. Так, у нас тут как раз ребята в ожидании, чтобы мне дать рыбки. Сколько ты нам требуешь? 36 миллионов. Так, пускай летит прокачиваться. 90 уровень. Слушай, мы можем его обучить. Пускай летит. Обучается у нас дальше. А мы пока с тобой буйволорд. Тебе сколько нужно? 212 миллионов, чтобы получить... Подожди, подожди, чтобы получить 88 уровень. Да, слишком-слишком как-то очень много требуется ресурсов. И самое обидное, что у меня лохани, вот это вот дровницы, они не прокачиваются дальше. То есть я не могу туда очень много взять ресурсов. Так, сейчас. Ох ты, ох ты. То есть он теперь у меня будет добывать железо. Круто. Так, вы-то что тут у меня прохлаждаетесь? Треска, янтарь. Где там у нас второй? Вот он. Листочек и тоже янтарь. Иди давай, прокачивайся. Так, ну что, давай, наверное, тогда откроем паки. Первый бесплатный загадочный. Громль, кревет. Душитель. Ну, а второй, как обычно, рекламный. Монетки Одина. Крылатый ужас. Шипорез. Громорог. И все, да, получается. Так, откройте два набора карт. Я это сделал. Тут по обмену. Так, два блестящих интернета. Тогда делаем всего лишь один
Что-то мне казалось, у нас больше янтаря тусклого. Ну ладно. Что с вами-то делать, а? Шитики. Покормить? Ну давай, покормим. Угу. Нам нужна древесина. Так, а ты? В принципе, тоже. Че, рыбы не хватает, да? Подожди-ка, у нас, по-моему, рыба есть. Давай вот так вот заберем. Покормим. И отправим. Все. У нас еще пак готов. Это редкий. Давай-ка мы его откроем. Кошмарный пристеголов, шторморез, громобой, ужасное чудовище, водорез, сарделька. Кстати, вы заметили, что зачастила у нас выпадать сарделька? Стоило один раз за нее поиграть, и все, она начала выпадать нам. Так, ну что у нас там по событиям? Давай смотреть. Муштра наездников и драконий корень. Драконий корень нам сегодня нужно обязательно допройти, а потом заняться и муштрой. Так, заберем тогда здесь с тобой награды. Один тусклый янтарь выпадает, и все. Отправьте беззубика в путешествие один раз. А я его разве не отправил в путешествие? Странно. Так, чтобы не маячило, давай найдем этот фонарик. И все. Ну что, значит, начнем, пожалуй-ка, мы вот с этого. Нет. Вот с этого. Угроза драконий корень. Именно здесь мы с тобой остановились, и именно здесь нам нужно пройти, чтобы получить вот этот супер-пупер пак. Так что, друзья мои, приступаем. Побеждайте в схватках, чтобы открывать новые арены и сразиться с другими драконами. У нас, к сожалению, больше новых арен нету. Это вот последняя, которая у меня открыта. Так, ну что, три волны. Встречает нас громобой. Так, барсик начинает бомбить. Это нехорошо. Лечиться будем? Нет? Наверное, не будем. Хотя опять барсика укусит, да? Ну что, переходим на вторую волну. Кто у нас тут? Угу. Шторморез плюс костолом. Сиди и не тявкай. Вот они все начинают сразу бить именно моего барсика. Куда бы ты его ни поставил, что он был в центре, его бомбили, что он с краю, тоже его бомбят. Так, я могу его уничтожить, в принципе, да? Причем в легкую. Так, эту атаку мы, я думаю, переживем. Переживем. Сейчас мы еще и хильнемся. Так, залечиваем наши раны. И добиваем. Так, ну что, последняя волна. Кто у нас там? Пристиголовый плюс шторморез. Вот что начинает. Сразу понижает мне атаку. Так, терпим. Держись, барсик. Не падай духом. Мы здесь должны с тобой разрулить всю эту ситуацию. Раз, два. Так, укус. Сейчас ходит он, а потом уже мы. Ну, как ты видишь, энергии у него мало, поэтому на супер удар, конечно, он может не рассчитывать. Все. Прошли, и довольно неплохо. Крутим наше колесо фортуны, и выпадает нам древесина. Так, ладно, мы забираем с тобой пак и переходим на мини-боссиков. Кстати, здесь они у нас зачастят аж. Два раза будут тут и тут. И в конце, конечно же, боссик. Так, в прошлый раз, я помню, мы с тобой на мини-боссике довольно неплохо потратили именно прилив сил. Потому что там слишком имбовая была команда. Давай посмотрим, что у нас тут. Так, парящий прихвостень плюс шепот смерти. Тут вот даже не знаю, наверное, начать надо с шепота, скорее всего. Хотя не факт. Блин. Ох, что он сразу утворяет.
Допустим. Так, отлично. Очень сильно бьет, конечно, этот шепот смерти. Что не говори. Несмотря на то, что он обычный дракон, не какой-то там эпический, элитный, он очень сильно выжигает. Плюс понижает нам броню. Вот смотри, что творит, а. Так, здесь у нас стальной капкан, что ли, получается, да? Давай, наверное, не будем тратить, а начнем вот так вот бить. Нам еще нужно будет хильнуться потом. Ну что, кого будешь кусать? Промахнулся, отлично. А вот этот не промахнется. Твою налево, видишь, что творит? Ну, у Барсика, потому что пониженная атака, поэтому такой маленький урон он мне наносит. Но я думаю, мы справимся с этим громобоем. Так, тихо, хиляемся. Блин, что он такой твердый-то, ты посмотри, фиг пробьешь. Еще вытворяет. Так, наверное, мы понижаем все-таки мою защиту. Да ё-моё, ну, кривоклык, ты бы мог бы, конечно, скрыто его вынести. Мог бы. Так, надо нам хиляться здесь. По идее, надо. Так, друзья, последняя волна. Мини-босик у нас скала. Поехали. Вначале мы разносим, конечно же, шустрых. Потом уже будем разносить танков. На третьей энергии, не забывай, он делает разбег с оглушением. А этот, понятно, этот за свое понижает нам атаку. Ну, Барсик, ну мог же, блин. Что-то они не критуют у меня. Не критуют. Так, сломаем ему броню. Сейчас готовимся к разбегу. Сейчас кому-то звезданет. Хм. Ничего подобного. Так, удар. Укус. Вот сейчас, скорее всего, побежит. Нет, он решил отхиляться. Не знаю зачем. Думает, что это ему поможет, что ли? Вряд ли. Ну вот, очередная победа. Фартовое колесо. И выпадает нам опять рыба. Ну что, мы с тобой переходим на обычный поединок. Он здесь вот будет. После него мы забираем с тобой 150 рун и переходим на мини-босика. А уже после этого мини-босика будет последний поединок с боссом. Так, шепот смерти плюс кревет. Шепот смерти. Ох ты, сразу же понизил мне, блин, гаденыш, атаку, а? Ты посмотри. Ну, Барсик, добивай его. Все. Так, теперь нам нужно разобраться. Глянь, что тут творяет, а? Эх, а, скрита, молодец, красавчик. Блин, они опять здесь вдвоем, а? В кого будет бить? Неужели? Слушай, нам, наверное, надо... Ладно, я попробую хильнуться. Этот-то сейчас будет жестко кусать. Ух ты, это не укус, ребят, далеко не укус. Ну ты-то только не надо тут. Слушай, почему он понижает мне атаку, если у него понижение защиты должно быть? Так, этого в минус. Давай теперь. Ах ты, у тебя же пониженная атака, понятно. Фиг нам, как говорится, не урон, да? И здесь то же самое. Восстановим себе здоровье чуть-чуть. Ну и добивка. Ага, как же, добивка. Так, у нас с тобой всего лишь 6 прилив сил осталось. Ни одной груши нету. А нужно ли нам это сейчас делать? По-моему, нет. Давай, наверное, вот так начнем. С крылатого.
Ну, промахнулся. Шикарно. То, что ты промахнулся, это очень хорошо. Вот Громоль, наверное... Ой-ой-ой. Фаербол, нет, нет. Вот теперь нам нужно будет залечиться. Да блин, да дайте мне добить вот этого хламона-то, а. Опять он промахнулся, шикарно. Нам везет. А вот его повышенная атака. Неужели потеряем Барсика, а? Мне бы, если честно, не хотелось его терять. Это вот Костолом со своей повышенной атакой. Это он все чудит. Все, переключился. Красный по фиолетовым, да, наносит. Слушай, не такой должен был, конечно, мощный урон, как он наносит, но... Видишь, где красный, где фиолетовые. Так, давай вот так вот делать. Это чтобы не, без всяких там рисков. Начинает тут барахтаться, ну а мы с тобой его спокойненько здесь уже заклепаем. Причем, действительно, он очень живучий, его приходится бомбить всем отрядом и наносить ему минимальный урон. Все, вынесли мы его. Фартовое наше колесо дает нам древесину. Дает нам древесину, и мы забираем с тобой 150 рун. Так, а вот теперь у нас будет мини-боссик. Ну что, поехали. А такой пак мы с тобой получали, и, по-моему, там ничего хорошего нам не выпало. По-моему, только лишь ресурсы. Ну что, с кого начнем-то, блин? По идее, с этого надо, да? Он же нам понижает броню, по-моему, или атаку. Что-то он нам понижает. Так, громобой. Начинается. Давай еще ты сюда бомбани. Нет, слава богу, он не сюда. Нам нужно вот с этим хламоном как можно быстрее разобраться. Так, что он сейчас делает? Это хорошо, что ты так сделал, потому что ты даже не успеешь этим воспользоваться. У этого повышенная атака, как мы видим. Так, раз повышенная атака, значит, нам нужно его выносить. Кривоклык, пожалуйста. А, отлично. Так, а этот сейчас сделает. Да нифига он не сделает. Сейчас мы еще залечим раны себе и добьем. Обошлось в первом поединке. Так, здесь нифига вы, ребята. Громорог плюс два этих. Начнем вот с этого. Тут у нас зеленый страж. С ним фиг справишься. Так, давай смотреть. Не забывай, на трех энергиях. Это, по-моему, даже на трех атакует, а этот на четырех. Вот так они решили тут разыграть. Блин. Не, давай-ка мы сделаем вот так вот. Так, а вот теперь что? Вот этого, наверное, бомбить все-таки. Они оба здесь стражи. Но нам лучше этого. Сейчас будет разбег. Угу. Оглушил все-таки. А этот промахнулся. Ладно, пока попробуем своим. А если я вот так сделаю? Давай, давай, давай. Правильно, своего бомби. Отлично, он, по крайней мере, хотя бы нам мешать не будет. Опачки. И добиваем. Так, ну что, Громорог, я надеюсь, мы успеем за это время и хильнуться, да? Потому что нас в конце еще поджидает мини-боссик. Так, обязательно нужно сейчас залечиться. Обязательно. Так, Барсик, я надеюсь, ты его не добьешь? Отлично. А вот теперь можно и добивать. О-ля-ля, я помню, помню, друзья мои, вот этого вот твою налево. Это совсем не шуточки, кстати, вот с этим. Помнишь? Мы в прошлой серии не смогли вот с этим мини-боссом выиграть, потому что он пламенем своим зажаривал нас тут. Причем капитально. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Дай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Отлично. Хотя бы минус один. Так, теперь водореза попробуем.
истребить. Сейчас будет пламя, да? Нет. Раз, два. Так, водорез, потом кривоклык. Но у него нет энергии, поэтому суперудар он не сделает свой. Да что ж такое, ты жирный, ты никак тебя забомбить не можешь. Вот, все, справились. А теперь вот. Фух. Спокойно, друзья, все. Видишь? Массовую атаку хотел сделать, но у него ничего не получилось. Потому что он слепой. Так что теперь будем потихонечку его разбирать. Так, нет, хиляться мы не будем. Нам такие риски не нужны. Лучше будем его держать, как говорится, в слепоте. Потихоньку, потихоньку, но рано или поздно мы его разберем. Вот то, что у меня всего лишь 4 прилива сил, а впереди еще одно испытание, вот это вот плохо. Так, ну что, наверное, сделаем так и добьем. Все. Так, опять нам выпала рыба здесь. Могли бы, конечно, дать игрушу одну. Ну что, переходим на последний поединок. Смотрим. Так, ага, здесь две волны. Блин, и начинается сразу с мини-боссов, прикинь. Поехали. Сразу с мини-боссов. Это, конечно... слишком круто. Этого нужно контролировать, потому что он огнеплюй. Вот именно про это я и говорил. Так, нам скорее всего, знаешь, что надо будет сейчас? Купить груш. Придется тратить, но, друзья мои, тут либо-либо, как говорится. Забомбили. Так, теперь с этого начинаем, со штормореза. Сейчас бомбанем, да? Как всегда, это все достается Барсику моему. Он как груша для битья. Ну, естественно, естественно, сразу же по фиолетовому, потому что у него повышенная атака по нему. Так, залечиваемся. Добиваем. Ну что, громобой у нас остался один. А один, как говорится, в поле не воин. Понижаем ему защиту. Атакуем. Промахнулся. Ну и все. Все, друзья. Ой-ой-ой, какой все-то, йо. Ничего себе, все, я уже побежал. Так. Слушайте, ребят, вам не кажется, что это уж очень похоже на прошлый поединок? Я имею в виду, в прошлых сериях, когда мы с тобой тоже дошли до босса, и вот именно его мы не смогли одолеть. А почему не смогли одолеть? Смотри, сейчас будут укусы, потом он на трех энергиях сделает свой суперудар. Тут нам повезло. По-другому не скажешь. Добиваем. Так, трать, пожалуйста, суперудар. Трать. Отлично. Ну как отлично, блин. Ну лучше пускай так, да? Погнали. Укусик. Так, ну что, этот не жилец у нас получается, да? Ай-яй-яй-яй-яй, с пониженной... Вот именно этого я и боялся. Да. Друзья, именно этого я и боялся, потому что... Да мне его не разобрать одного. Даже если мы предположим, я буду вешать на него слепоту. Хотя... Давай. Посмотрим. В плане у него...
Тьфу ты, я пропустил, ребята. Я пропустил тот момент, что я не увидел, у меня с него слезла слепота. У меня и не было возможности повесить. Так, ну что же, придется переигрывать и покупать энергию. Вот она пошла, трата рун. Ради вот этого пака, ты представляешь? Вперед. Мне кажется, здесь очень хорошо бы подошел дракон, который может блокировать суперудары. Но у меня такого нету. Так, здесь все остается неизменно. Бомби вначале вот этого. Как они жгут, а? Ты посмотри. Это, конечно, супер мощно они. Да ты заколебал, ты уже мне барсика-то бомбить, а? Просто заколебал. Отлично, минус один. Другого и не ожидалось. Так, погнали. Я вот все думаю, как бы мне там сделать, как этих драконов забомбить и не давать тому трех энергий, чтобы он сделал свою массовую атаку. Как это прокрутить можно, а? Блокировщика у нас нету, к сожалению. Что у тебя? Укус? Так, у него, ребята, энергии очень много, поэтому я, наверное, думаю, мы его сейчас будем в слепоту. Не хотелось бы попасть на его суперудар. Так, закусываем. Теперь, наверное, можно будет хильнуться. Все, он промахнулся. Так. Единственное, что можно, наверное, сделать, это нам взять его в слепоту. Вот в этом случае, да, если мы его, например, берем под свое крыло, как говорится, вот таким вот образом, то, возможно, шанс есть. Ну-ка. Ты понял, да? Что он хотел сделать? И нам повезло, что он был ослеплен. Так, добьем. Отлично. Мы тогда не тратим с тобой ни на какие суперудары, будем чисто действовать через слепоту. Другого варианта я не вижу. Так, слепота, конечно. Пускай лучше получить укус от этого хламона, чем от этого получить суперудар. Тем более ты сам видишь, он зеленый, его припаришься тут бомбить. Ну давай, давай. Стоит там, вынюхивает. Ты посмотри, просто ни о чем. Мой бы кривоклык, оставшийся один на один с ним, в любом случае не выжил бы. Да. Еще пыхтит, естественно, ему не нравится, что его бьют, а он не попадает. Ну давай ты уже, как бы тебя быстрее так разобрать-то, а? Не хочу просто тратить прилив сил. Мы и так с тобой сегодня тут шиканули, можно так сказать, да? Одно, второе купили. Сколько я потратил на груш рун? Почти 300. И еще на откат 70. Так что я не имею права сейчас тратить. Нам, наоборот, нужно зарабатывать. Надеюсь, в этом паке выпадут нам руны хотя бы. Хоть сколько-то окупится. Там уже, когда останется у него где-то вот столько здоровья, мы можем с тобой сделать на него понижение брони и уже добить.
пока не стоит рисковать вообще, ребят. На самом деле, да, довольно такой мощный дракоша. Все, после этого удара мы будем сейчас его, ребят, уничтожать. Укус, понижение брони и добиваем. Все, с горем пополам испытание пройдено. Здесь нам достается опять же рыба. 500 миллионов рыбы. Так, это закрываем. И забираем наш пак. Ну и, как говорится, драконий корень распространения официально пройден. Так, давай посмотрим, что нам тут выпало. Ага, у нас вот этот пак есть. Серия испытаний, набор. 50 рун, спасибо. Так, первородный вострозуб. Это у меня есть такой или нету? Друзья мои, такого у меня нету. Это эксклюзив, это новинка. Круто. Разместить в ангар. Первородный вострозуб. Ну и еще у нас с тобой, вот он, наборчик. Наконец-то, ребята, мы окупили все наши затраченные руны. Так, это непонятно, что такое железо и сладкая смерть. Ну, сладкая смерть, к счастью, у меня есть. Поэтому я его отпускаю. Нет, мне невыгодно отпускать, потому что я профукаю 2,5 миллиона рыбы. Нет, давай-ка мы тебе в ангар лучше засунем. Тогда придется тебя, парень, отпускать все-таки. Нет у меня места для тебя в ангаре. Так, слишком много рыбы моргает. Значит, кто-то хочет прокачаться. Кого мы можем с тобой? Вот его, да? Восемьдесят седьмой уровень. Обучить. Полетел. Полетел наш шипотень. Ну, а мы переходим с тобой на второе событие. Это у нас Маштра наездников. Интересно, длинная или короткая? Так, ну это средняя, да, получается? Тут можно заработать 300 рун плюс 2 пака. Тусклый интерьер, 3 пака, да? В общем, поехали. Посмотрим, что это за происшествие. Муштра. О, один. А волн сколько? 2. Ну что, я думаю, пройдем. Ну, полностью, конечно, не получится сегодня пройти. Но за 2 заходки вполне. Так, это у нас дымодышащий получается, да? Сейчас мы его уничтожим. Так, подожди, а почему это у меня мой шторморез стоит здесь? С краю. С какого перепуга ты вдруг здесь-то встаешь? Ты же обычно стоял у меня здесь. Все поменяли, да? Местами. Ты посмотри, он хоть один, но он такой довольно крепенький, да, чувачок? Да вот уж дудки тебе, парень. Так. И добили. Все, ребята. Здесь нам достанется опять рыба. Да что ж ты будешь делать-то? Рыба меня одной кормит. Так, забираем с тобой 50 рун, и у нас 2 поединка будет вообще ни о чем. Просто ни о чем. Раз и два, потом заберем только пак. Ну, поехали. Выбора все равно нету. Так-с, ага, пристиголовый у нас тут один, опять же, 2 волны. То есть начинаем с такой, с долгой, с раскачки, да? Укус, укус. Кстати, ребят, когда идешь на новое событие какое-нибудь, да, тебе автоматом дают одну грушу и один прилив сил. Давай вот так, наверное, залечим раны наши боевые и добьем. О, злобный змеевик. А может быть, острокрылый. Надо было понизить ему защиту. Что-то я не то сделал.
давай, бомби уже там. Ух ты, как влепил. Давай понижаем ему защиту здесь. Ну, в любом случае, ему здесь уже ничего не поможет. Он один, и мы его спокойненько забомбим сейчас. На, не кританули. Но зато уничтожили. Да ладно, плод мудрости. Ну, спасибо большое. Спасибо, это я ценю. Так, давай, переходим. Если посчитать, раз, два, три. То есть мы с тобой заберем 1000 янтаря, и останется у нас еще на одну заходку. То есть это уже завтра мы сможем с тобой пройти. Так, шоп от смерти. Сколько волн? 2. Меня вполне устраивает, когда 2 волны, а лучше всего, когда вообще 1. Поехали атаковать. Раз. Его, естественно, нужно как можно быстрее бомбануть, потому что я не хочу получить от него супер-пупер удар. Мы знаем, что все шепоты смерти очень мощно атакуют своими супер-ударами. Так, дымодышащий. Ну-ка, давай сюда, наверное, бомбанем. Так, секунду. Ну давай, ага, просто укусил. Я думал, будет понижать, как обычно, броню мне. Хиляемся. О, дождался. Ну, я думаю, сейчас мы его все равно распетрушим. Давай, давай, родные мои. И добивочный. Ну вот, как-то так. Ну, эх ты, я думал, сейчас дадут либо плод мудрости, либо еще что-нибудь. Ну, как всегда, на рыбу жеребий пал. Так, забрали с тобой пак. Это у нас последний, ой, точнее, простой поединок. И потом уже будет мини-босик Хофер. Так, ну уже, как ты видишь, 3 волны. Все, дождались. Планку они повысили. Поехали. Так, ну он синий, поэтому его быстро должны разобрать. Тем более мои фиолетовые. Фиолетовые как раз наносят усиленный урон именно по синим. Угу, а тут все фиолетовые, да? Давай вот так вот я сделаю. Так, это тоже у нас любитель фаерболов, насколько я помню, да? Все, в минус. Так, этот сейчас 100% фаербол свой запустит. Вот так вот. Плюс он понижает броню, что не есть хорошо. И последняя, 3-я волна. Здесь у нас кревет плюс шторморез. Естественно, кревета берем. Так, подожди, лучше понижение брони сделать, а уже потом запинать его. А этот еще и промахнулся. 255 урона наносит. На тебе. Так, я думаю, здесь даже хиляться не стоит. Мы его так и так запинаем сейчас. Укус. Атака. И добивка. Ну, дадите что-нибудь другое? Да, конечно. На тебе, говорят, рыбу. 50 миллионов. Жуй и будь доволен. Ну что, последний, заключительный на сегодня поединок. Это у нас с мини-боссиком, после которого мы заберем с тобой 1000 тусклого янтаря. Так, секундочку, это что у нас? Я не помню, насколько он силен. Но они оба красных, красные. Зеленых у нас нету, поэтому бояться нам, грубо говоря, нечего. Отлично, Кривоклык, неужели к тебе вернулась былая слава крита? Он ценился именно критом. На тебе. Смотри, как шпарит, а? Так, 2-я волна. Ну, тут понятно, тут надо брать скалотреса в обработку. Давай, наверное, вот так сделаем.
промахнулся, отлично. Так, этот сейчас будет чудить. Раз, два. Ну и, в принципе, что нам сделать можно? Вот так вот. Раз, два. Мы все равно его добьем сейчас через отхил. Кусаем. Добить сможешь? Красавчик. Ну что, ты сам все видишь? Поехали. Если мы сейчас уничтожим с тобой как можно быстрее Костолома, на этого я буду вешать слепоту. Все, и будем его постоянно держать в этой слепоте, чтобы он тут не буянил. Замечательно. Так, что он будет делать? Это все терпимо. Смотри-ка, он не стал делать суперудар. Почему? Не знаю. Да, в принципе, уже и не важно, почему. Сейчас все равно он будет у нас в слепоте находиться. Даже если он сейчас созреет, это ему не поможет. Так, укус. Укус. И еще один укус. Кривоклык очень сильно кусает именно зеленых. Да-да-да-да. Я думал, что рано или поздно он все равно, ребята, расколется. И он раскололся. Он все-таки применил свою суператаку. Где-то вот столько останется жизни, когда у него, мы будем уже понижать ему броню и все остальное. То есть добивать, грубо говоря. Сейчас пока не рискуем. Ну что ты там стоишь, пыхтишь? Он 261 энергию сразу себе восполняет с одного удара. Так. Все, это последняя слепота на него вешается. Сейчас мы его добьем. Ну что, давай посмотрим. Опять рыба, да? Опять рыба. Ну вот, забираем с тобой 1000 тусклого янтаря. И у нас остается 1, 2, 3, 4, 5. Погоди, не понял. 1, 2, 3, 4. Да, 5. Еще 5 поединков. Ну, то есть 5 энергии. Все. Так, что у нас тут? 6 монет Одина. И кошмарный пристрелов, крылатый ужас, громобой. И водорез обычный. Так, давай мы его продадим. Ну, вот, продадим, отпустим. Так, что у нас с тобой тут? Ну, ребят, не будем мы, наверное, сегодня идти на арену. Потому что, ну, не стоит. Мы, наверное, уже в следующей серии. Да, мы с тобой пройдем испытание, и как раз у нас будет еще и аренка. Так, обучить я его не могу. У нас с тобой все забито, получается, да, там? Ну и хорошо, что все забито. Видишь, все шуршат, все добывают. Все, как говорится, идет своим чередом. Ну а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!